Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я это видео посвящаю следующему набору на совместник. Это второй официальный у меня, первый еще не закончен. Мы вяжем кардиган кучинели английской резинкой. А сегодня я объявляю набор на кардиган буклированной пряжи. Не пугайтесь, что так как-то перед праздниками. Это все будет происходить после праздников, потому что, почему решила вот так вот заранее, потому что пряжа своеобразная, буклированная, нужно подобрать пряжу, заказать, связать образец, это какое-то время будет длиться. И судя по опыту, который у меня был вот с первым совместником, то все-таки проходит какое-то время, прежде чем девчонки начнут вязать, то есть это как минимум 2 недели, вот, потом только начинается вязание. Вот поэтому я вот так вот заранее, чтобы все как бы собрались потихонечку, заказали пряжу. Привязки на пряжу определенной не будет. Кардиган у меня уже связан, но он еще сырой, скажем так. Я буду дорабатывать детали, будем вместе с вами советоваться. Так что все будет в процессе вместе с вами. Хочу сказать, что привязки на пряжу никакой. Вы только, ну, буклированная пряжа от вас, девчонки. Все, любой марки, любой толщины. Вот какую найдете, какая будет, как бы, доступна вам по финансам. Потому что и в той группе девочки некоторые вяжут из бюджетной пряжи, некоторые вяжут из дорогой, хорошей, качественной пряжи. То есть здесь тоже у нас ограничений не будет никаких, девчонки. То есть какую буклированную вы найдете, вот такую и с такой будете вязать. Не будет как бы определенных размеров четких. Вы, все будем считать по ходу, поэтому цена этого совместника дороже, потому что работы предстоит много и для вас, и для меня. Поэтому стоимость совместника $5, прошлый у нас был $2, и цена у нас и в последующем, как бы, и далее будет колебаться от сложности. Здесь я объясню, в чем сложность, потому что каждая из вас будет считать на свой размер и на свою плотность вязания от начала и до конца, просчитывать каждую деталь. Вместе со мной, конечно, мы будем это проходить постепенно, как бы потихонечку, помаленечку высчитывать и решать, в общем, все, ну, как бы, нюансы. Вот, поэтому этот мастер-класс у нас подороже. Вот, я просто объясняю, почему он подороже. Это не значит, что все будут такие последующие. Будет зависеть от сложности. Так, далее, что еще хотела сказать. Важно, девчонки, очень важная деталь. Этот совместник подходит для тех, кто уже рассчитал, не обязательно по моему методу, но кто уже как бы рассчитал хотя бы одно самое простейшее изделие сам, кто имеет понятие, как высчитывается по плотности, вот такие нюансы. Ну, то есть это не для новичков, девчонки. Вот, поэтому учитывайте этот момент. В лучшем варианте это чтобы вы хотя бы одно изделие связали именно по моему методу, потому что он у меня отличается, он у меня такой интуитивный, да, и обычно все получается хорошо. Поэтому было бы вообще идеально, если вы хотя бы одну вещь связали со мной именно там, где я не даю размеры, там, где я даю, как посчитать. Вот, вот эта вещь важная. Далее, по поводу спонсора, как попасть на совместник. Первый вариант, опять же, я еще и еще буду повторять, что спонсорство самый дешевый вариант, потому что вы за оплату в месяц в $2 попадаете в спонсоры, где открываются все мастер-классы. Сейчас в данный момент их там 2, вот этот вот будет 3-й, но вот на днях уже будет бомбер. Это будет не совместик, это будет готовый мастер-класс, рассчитанный по размерам. Я так предполагаю, что до Нового года он там будет. Возможно, сразу после Нового года. Ну, где-то приблизительно
Вот так вот. Так что это самое выгодное предложение. Если у вас нет кнопки спонсорства, вы можете зайти через VPN. И как пишут мои комментаторы, что кнопка появляется, если заходить через VPN. Вот. Если все-таки кнопки нет, девчонки, под видео ссылка на мой телеграм-канал, вернее, на мой телеграм, где ничего нету, но вы попадаете ко мне. Вот, сюда вы также под видео есть ссылочка на донат. Вы переходите по этой ссылочке на донат и оплачиваете 5 долларов по вашему курсу, как бы по курсу вашей страны 5 долларов. Вот, после этого в мой телеграм вы присылаете мне скрин оплаты. Все, и пишите, что я совместник по буклированному кардигану. Вот. И все, я вас добавляю в группе. Я смотрю, что оплачено. Почему так? Потому что я не могу всех отследить, как бы там в донате. Я не знаю, кто есть кто. И мне проще так. Вы прислали скрин, я тут же вас добавила ту же секунду. Так быстрее и проще для вас и для меня. Вот. Так что я желаю нам всем успеха. Кардиган получается классный. На фотках еще корявый, потому что не доделана вот эта вот борта, там нет строчки. Это все наметано у меня и сфотографировано. Даже еще нет полноценного ВТО. Поэтому не пугайтесь. Это сырой вариант. Я еще раз повторюсь. Это не готовое изделие еще. Еще я его буду дорабатывать. Вот. Что хотела еще сказать? Про оплату сказала. Вот, это исходя из нашего опыта, два самых таких легких, простых варианта, доступных, это через донат и через спонсорство, самое выгодное. Потому что в группу вы в любом случае попадаете из спонсорства. Поэтому для спонсоров этот мастер-класс стоит всего 2 доллара. Для них ничего не меняется. Вот. И все равно они попадают в эту группу, девчонки. Так что вот так вот. Ну и все. В принципе, я все, что хотела донести, донесла. Итак, собираемся, обсуждаем. Сейчас уже начинаем обсуждать пряжу. Под видео в описании я тоже дам ссылочку. Все-таки та пряжа, девчонки, появилась буклированная. Но, по-моему, китаец нас обманул и перескочил в другой магазин. Но я нашла еще две ссылки. Все вот это я сейчас же оставлю под видео в описании. Вы еще подумаете, решите. В любом случае, в течение 3 недель вы можете присоединиться. Но не откладывайте в долгий ящик, потому что количество людей будет ограничено. Потому что я же говорю, там придется считать, там придется и мне кипеть мозгом, и вам. Поэтому особо не нужно, потому что в любой момент я могу сделать стоп и остановить набор людей на этот совместник, просто интуитивно поняв, вот я больше людей я не справлюсь. Поэтому вот так вот, девчонки. Все сказала. Жду вас нетерпение. Опыт для меня совместника получился очень такой интересный. Знакомство с новыми людьми, совершенно новые эмоции. Я вам честно говорю, это такая зарядка чуть другая, чем от Ютуба. Совершенно другая. Поэтому мне понравилось. Я буду продолжать. И у меня в проектах очень много уже даже готовых, как бы, ну, тоже таких. Я просто буду их постепенно запускать, эти совместники. Модели-то у меня уже есть. Но я еще не все сразу, да. Вот. Ну, все, мои хорошие. Жду вас с нетерпением. Вяжем буклированный кардиган от Кучинели. Кстати, шляпа вот эта вот уже у меня на канале давно. И, кстати, я думала, ее будут смотреть больше. Ну, все, мои хорошие. Всех целую. Всех люблю. Всем мира. Всем пока-пока. Ваша Вика.